Засеяно 7678 гектаров пшеницы, 6000 овсом, 2800 гречихой, 1569 ячменем, 100 просом. И полностью выполнено плану по посадке картофеля и овощей. Кормовые культуры посеяны на площади свыше 29 тысяч гектаров. Есть районы, которые справились со своей задачей, в числе которых Чахольские и Ситхольские районы. Прогноз по севных площадей составляет 4939 га по сравнению с прошлым годом. В том числе зерновые культуры 2674 гектара, а кормовые культуры 2231 гектара, картофель 28 гектара, овощные культуры 3,4 гектара. Всего посажено зерновых культур на площади 950 гектаров, а кормовые культуры посажены на площади 2677 гектаров. Картофеля мы посадили на 215 гектаров, это 100% от плана, и овощей на 21 гектаре, тоже 100% от плана. В Тангдинском районе зерновой клин сократился на 8%, а также в Рзинском районе не выполнили план по посеву кормов. Власти республики проверят эффективность использования бюджетных средств, выделенных хозяйствам, которые не справились с заданиями. Сейчас идет, так скажем, контрольные мероприятия, потому что туда вложены государственные деньги, все ли хозяйства правильно там или по-целевому, значит, истратили эти деньги на проведение весенних полевых работ. Это первая задача. Вторая задача – все-таки отчетные данные соответствуют ли тем, значит, сведениям, которые дают сами хозяйства и районные, значит, управления сельского хозяйства. Отмечается, что в целом республика завершила посевную кампанию с положительными результатами. Теперь сельхозпроизводителям остается надеяться на хорошую погоду без стихийных бедствий. Алдана Исаева, Софья Саа, Тува, 24.